В Оренбурге, Бузулуке, Орске, Бугуруслане действуют пункты по исследованию клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого энцефалита. Прием клещей осуществляется ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. Удельный вес насекомых, являющихся переносчиками вируса энцефалита, составляет 0,5%. Всего в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратилось почти 3,5 тысячи человек, в том числе больше 1000 детей.